С наступлением весны все актуальнее становится тема благоустройства и наведения порядка в городе. Очистка территории от мусора, озеленение улиц, благоустройство парков и скверов – такие задачи руководство города ставит перед собой, своими структурами, предпринимателями. Каспийск издавна считался одним из самых уютных и зеленых городов Дагестана. Особенно в летний период в наш город приезжают многочисленные гости со всего Дагестана, а также из других регионов страны. С каждым годом в Каспийске увеличивается жилая зона, растет население города, соответственно, множится и потребность в новых местах массового отдыха, красивых и ухоженных парках, скверах. Руководство администрации нацелено на сохранение и закрепление образа нашего города как самого чистого и комфортного. Делать это необходимо общими усилиями горожан и ответственных служб, в том числе и арендодаторов, получивших земельные участки во временное пользование по договору с мэрией. От них также ожидается, что они уделят время и внимание облагораживанию арендованных территорий. В частности, речь идет о сквере, расположенном возле Меридиана. Долгое время он находится в неухоженном состоянии. Его арендатор не уделяет должного внимания обустройству сквера. Руководство города рассчитывает на то, что его рекомендации будут услышаны. В противном случае мэрия оставляет за собой возможность отказаться от самого договора аренды.